Привет, это Ньюсбокс, больше, чем просто новости. Никакой желтизны, только правда и твои любимые звезды в эфире Russian Music Box. Меня зовут Рома Кеннеда, и знакомить тебя с самыми свежими новостями из мира музыки и шоу-бизнеса сегодня буду я. Начнем. Сегодня в выпуске ты увидишь. Группа «Серебро» в поиске солистки. Кто знает, может, ей станешь именно ты. Концерт группы «Пицца» порадовал московских поклонников. А также съемки нового клипа Дениса Клявера и певицы Рамази. Обо всем этом прямо сейчас. Санкт-Петербург по праву носит статус культурной столицы нашей страны. Неудивительно, что многие артисты снимают тут свои клипы на фоне исторических памятников. Впрочем, в новом клипе Дениса Клявера и певицы Рамази весьма интригующий сюжет. Подробнее об этом расскажет Варвара Невская. Направо, налево, выходим. Будущий клип Дениса Клявера и начинающей певицы Рамади на песню «Совершай доброе» перенесет зрителей сразу в два времени – прошлое и будущее. Впрочем, культурного Питера в клипе, скорее всего, не будет. Большинство съемок проводилось в павильоне и на фоне урбанистических пейзажей. Я люблю Питер за архитектуру его. То есть мне кажется, что там действительно очень красиво. И с погодой нам повезло, когда мы снимали клип, было очень здорово, было очень солнечно, и несмотря на ветер, который я тоже обожаю, было все очень классно. А Денис Клявер приоткрыл завесу тайны над сюжетом данного видео. Если говорить о клипе, клип – это некая футуристическая история, в которой мы, как два персонажа из будущего, попадаем в прошлое для того, чтобы изменить... Наше будущее было намного лучше, чем сейчас, да, в котором мы сейчас живем. Да, исправить те ошибки, которые совершили люди, из-за которых в нашем будущем, в котором мы находимся, нам не очень комфортно. Кстати, съемочный процесс, как правило, редко бывает комфортным, но не в этот раз. Мне, в принципе, весь этот процесс очень интересен. То есть я люблю быть... в кадре, и мне кажется, что у меня это даже очень неплохо получается. И не только Рамаде все понравилось. У Дениса Клявера от съемок клипа тоже остались самые приятные впечатления. Себя чувствую как динозавр рядом с зарождающейся жизнью. Так приятно. Вообще так приятно оказаться у истоков чего-то нового и помочь, безусловно, своим присутствием. Ну и мне тоже очень приятно. Ну а раз видео на трек «Совершай доброе» снималось с таким позитивным настроем, значит и финальный продукт получится позитивным. Ждем его с нетерпением в эфире Russian Music Box. В нем нет души, но ты другой, в тебе бьет жизнь. Первая волна голосования о реальной премии телеканала Music Box уже началась. Прямо сейчас заходи на сайт www.realmusicbox.ru и голосуй. Ты не нашел своего фаворита в представленном списке звезд? Не беда. Ты можешь добавить того, кого считаешь лучшим сам. Реальная премия Music Box. Реально только музыка. Почему у группы «Пицца» всего два дня в неделю и чего не умеет Сергей Приказчиков? А также Леня Фреш попытался выяснить, какая же пицца самая популярная у поклонников группы. Об этом прямо сейчас. В самом центре Москвы на клубном островке Барбадос мы решили узнать, какую пиццу любят наши москвичи. Ведь именно здесь все ожидали выступления группы «Пицца». Как оказалось, вкусы почти у всех одни и те же. Маргарита! 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 Пицца любимая! Маргарита! Есть такая «Диабло» острая! После таких разговоров я так проголодался, что решил добавить перчинку в происходящее вечера. А что я должен сделать, чтобы вы прямо сейчас мне приготовили пиццу? Станцевать песчинку! Залезть на потолок! Значит, я останусь без пиццы. Однако без пиццы ни я, ни гости клуба не остались. Через мгновение самая популярная пицца страны уже выступала на сцене. Толпы поклонниц пришли сюда вживую познакомиться с любимым исполнителем. Вот только сам солист, похоже, не часто знакомится в ночных заведениях. На самом деле я не умею этого делать, и на самом деле я очень смущался всегда и стеснялся. Ты умеешь подходить к людям? Вы умеете к людям? Они сами, наверное, подходят, но я стесняюсь. Ну, Крамзес у нас, понимаешь, он
Ну, вы видите, как он выглядит, да? А там дальше. Они сами к нему подходят, а дальше включается его это, все остальное. Однако это не самое главное. Самое важное, что группа продолжает творить. Вскоре в эфире выйдет новая композиция «Вторник». Уже в сентябре съемки видео в Праге. Что же получается? Сначала хит «Пятница», теперь «Вторник». Ждать ли остальные дни недели? Не, понедельник у Элваны был. Вот, а так все, дни недели на этом закончатся. Я думаю, может быть, месяцы будут там, два дня. Но в пятницу мы все как бы отдыхаем, а вторник где-то после понедельника, когда ты уже порубился в рабочую, ну, всю историю. И это радует, ведь приступать после отпуска к работе всегда приятно с хорошей песней. Недаром же говорят, нам песня «Строить и жить» помогает. Так что вместе с Пиццей и каналом Russian Music Box заканчиваем отдыхать и открываем новый музыкальный сезон. Группа «Серебро» в поиске новой солистки. Подробнее о том, какие требования выдвигаются кандидаткам, мы расскажем тебе прямо сейчас. Ты всегда мечтала петь на сцене, сниматься в ярких клипах и собирать полные залы поклонников. Тогда этот шанс специально для тебя. Продюсерский центр Максима Фадеева объявляет кастинг участниц в группу «Серебро». Требования к кандидаткам – отличные вокальные и хореографические данные. Возраст от 23 до 27 лет. Рост не выше 165 сантиметров. Российское гражданство и наличие загранпаспорта – обязательные условия. Также тебе не помешает знание английского языка. Анкету и фото с улыбкой и без в полный рост, а также краткий рассказ о себе присылай по адресу castingserebro@mail.ru. Возможно, именно ты пройдешь кастинг и будешь солировать в новом клипе группы «Серебро». Ну вот и все. Посещай наш официальный сайт www.musicbox.tv.ru, а также не забывай про нашу группу Ньюсбокса ВКонтакте. Теперь у нас появилась страничка в сети Instagram Russian Music Box. С тобой был Рома Кеннеда. Arrivederci.